Коль, ну как это, Брёвнушки? Ну, Петя, видишь, ошкурил их, все, все положено, без лишней работы. Я так думаю, девочки крепко стоят, смотрите. Нормально? Угу. Да, проект назывался «Золотая спираль Архимеда», представлял собой 100 гамаков, которые висели на 101 столбе, которые были врыты на огромном поле Николы Ленивца. И проект довольно простой, люди отдыхали, пока гамаки не пообрывали. Но проект строился на очень простой идее, сочетание чего-то такого абсолютно космического, как спираль Архимеда, как спираль там, какой-то галактической туманности и чего-то такого абсолютно с другой стороны банального, как гамак, такой мещанский отдых и смотрение опять же в небо, где появляются вот эти самые спиралевидные туманности и вообще спирали как бы мстятся повсюду. И похоже, что это сработало.